Здравствуйте! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм винограда. Подходит он как для мальчиков, так и для девочек. Очень популярен на праздник осени. Все детки одеваются в овощи, фрукты и грибы. Вот сегодня мы рассмотрим с вами костюм винограда. Вот так он выглядит в запечатанном виде. И давайте посмотрим, из чего состоит костюм. У нас в товаре визитка интернет-магазина Grandstar.ru. И давайте посмотрим комплект. Из чего же состоит костюм винограда? У нас в комплект входят штанишки ярко-салатового цвета. Штаны у нас на резинке, по талии тянутся. И внизу у нас также идет резиночка. Вот такая вот, также она тянется. Вот такие вот из плотного атласа, довольно такой, ну совсем прям такой плотный, хороший, то есть не порвется. Это не одноразовая вещь, то есть можете одевать на несколько утренников. Эти штаны также могут подойти и для какого-нибудь другого праздника. Далее в комплект входит такого же цвета салатового кофточка, такой даже неон цвет. С длинными рукавчиками, тоже однотонные. На рукавчиках у нас также внизу идет резиночка, вот можете посмотреть. Сзади у нас кофточка идет на завязочках, то есть она по шее завязывается. Вот можете видеть, так вот красиво переливается. Очень яркие у нас все костюмы, качественные, яркие. В комплект у нас входит головной убор в форме как бы ягодок винограда. Вот можете посмотреть, вот такие вот полукруглые ягодки. Здесь у нас пришит листочек виноградный, вот можете посмотреть, из велюра такой мягенький. Внутри у нас синяя подкладка и резиночка, то есть она тянется и одевается абсолютно на любую голову. То есть универсальный такой головной убор. И помимо этого в комплект у нас входит жилетка. Вот такая жилетка в форме гроздьев винограда, уже вместе с виноградом и с листочками. То есть поверх зеленой кофточки вот этой у нас одевается через голову жилеточка. Жилетка у нас идет на завязках, то есть по плечам идут вот такие широкие фиолетовые ленты. И по бокам у нас также идут такие же салатовые неоновые ленты в цвет штаны и кофточек. Внутри у нас у гроздьев винограда тоже синяя подкладка. Все здесь у нас прострочено аккуратно. Можете посмотреть, здесь все прошито. Здесь пришит листочек у нас виноградный такой, ярко-зеленого цвета с салатовым. Из велюра мягенький такой. Вот полностью костюм винограда. То есть это кофточка, жилетка, штанишки и головной убор. Если вам понравился костюм винограда, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.